белых цветах, в хрустальной люстре. И главный стол или центральный стол – это стол молодых свидетелей. Все остальные гости располагаются вот так согласно нумерации столов. Вы знаете, где что как. Знаете, а традиция построения столов пришла из древности. Когда в старину творилось веселье, делали специальную насыпь. На эту насыпь возводили того, в честь кого это веселье творится. Вот это... Вот так называется это красный стол или главный стол. Вот за этим главным столом сидят молодые свидетели. Родители в силу особого статуса садятся где хотят. Я прошу вас обратить внимание на столы и приглашаю вас всех занимать места за свадебным столом.